Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня будем готовить очень вкусные овощные котлеты. Для этого вам понадобится 1 крупная свекла, 4 средних морковки. По весу они примерно одинаковые. Натираем все на крупную терку и отправляем в глубокую емкость. Также нам понадобится крупный пучок зеленого лука. Мелко нарезаем и кладем его к овощам. Соль по вкусу, одно яйцо, все хорошо перемешиваем. Добавляем 4 столовые ложки манной крупы, оставляем на 30 минут, чтобы набухла манка. Обкатываем наши котлеты в муке, они очень мягкие и нежные. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне. Котлеты станут еще лучше, если кушать их со сметаной. Я желаю всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!